Привет всем! Мы сегодня закончили часть нашего путешествия, и мы уезжаем из города Рованьеми, едем дальше на север, в Леви, в деревню Сирки. Сейчас вам покажу, где мы были. Вещи собрали. Комнату вроде прибрали, была хорошая комнатка. Было удобно, очень тепло, мы ничего ни в чем не нуждались. О, Амалю пока не надеваем, у нас еще есть целый час до автобуса. Я не играю, я смотрю мультики. А Амаля смотрит мультики. Выйду на балкон, покажу вам город. О, здесь мы жили, у нас такой еще балкон. Мы периодически выходили. Такой вид из окна. Все, теперь мы уезжаем, продолжим нашу экскурсию уже в новом городе, уже в Леве. Не уходите от нас, ставьте лайки. Всем привет! Леса, снега и дорога. Горнолыжный курорт. Сядем на подъемник и поедем в гостиницу. Чтобы в гостиницу добраться, нужно ехать на подъемнике. Вон туда, высоко. А есть подъемники, которые идут на гору, чтобы кататься на лыжах. Они еще выше. О. А отель, вон наш отель. Вон едут. Едет. Осторожно, мальчики. Подожди. Амали находится в подъемнике. Амали, помаши ручкой. Красиво. Курорт Леви. Сейчас поедем. Мы едем в гостиницу. Правда, едем что-то очень медленно, но мы не спешим. Просто когда утром будем выходить, нужно запасом, чтобы подождать это фуникулёр. Да, где-то здесь должна быть гостиница. Я думаю, это она. Ну, вон, смотрю, как лицо. Тогда ничего не видно. Завтра утром посмотрим. Да, гостиница, да, вот она. Где-то тут мы сейчас будем жить. Привет. И вот мы вселились в наш номер. Вот он такой номер. При входе есть тут одна дополнительная кровать для детей со стенкой. Мать сказала, что она будет и здесь уже спать. Дальше. Это
Дальше у них есть радио. Маленькая кухонька, холодильник, кстати, радио, неплохой. Радио. Морозит даже. У нас есть радио. Да. Радио. Кстати, на кофе надо купить, наверное. Да, кофе надо купить. И чай купить. Мы там пользовались, у нас все было, а здесь нет. Вот такой вот. Дальше. Вот такая, такой салон. И есть еще одна комната для родителей спальня. О. Да, вот такая вот. Потом, что еще есть интересно. Есть балкон. Вот, вид. Вот такой вид из балкона, немножко все замерзшее, но мы все видим. Вот здесь даже, вот здесь красиво. Ага. Если будет северное сияние, то надеюсь, что мы здесь его увидим. Или в крайнем случае выйдем на улицу. Здесь можно вешать лыжи. Балкончик. Смотрим дальше. Дальше есть так, есть, соответственно, санузлы. Это вход. А рядом со входом туалетная комната. Довольно прикольная, красивая. Да, Лапочкин. 7 плюс 0. Да. И есть еще ванна. Ванны нет, есть душ. Душевая кабина. А где включается свет? А вот. Свет включается. Вот душ. Стиральная машина даже есть. Душ. Это шкаф. Сушильный, я так понимаю. Сушильный шкаф. Если мы мокрые, можно будет подсушить вещи. И даже в нашем номере есть собственная сауна. Осталось только ее сделать. Она да. Но мы ее нагреем. И зато есть шайки-лейки. О. Так что будем... Спать, наверное, будем здесь. Такой номер. Сейчас мы нагреемся, сейчас мы соберемся и пойдем кушать. Все. Давай выход. Ага. Я вижу. Красиво. Такие деревья. Ага, такие какие деревья занесены снегом. Тоже на горе. О, Маля пошла в гору, конечно, естественно. Подошли к краю гостиницы и у нас краю земли, и у нас открылся вот такой вот, такая вот панорама, такой вот вид на Леве. Вот фуникулёр подъезжает. Нормально, я умею не знаю. Ну, выобразится. А Маля уже поехала сама без нас. Что за девочка хорошая? Она уже убежала? А Маля уже готова. Давай, пропускай нас. Она сейчас фотографировалась.
Надо? Можно будет превратиться в маленький. Ну, виноват. Пойдем. Вон, вон наша гостиница. Она видна на горе. Холодно, минус 10.